ломай давай, ломай. Ну что сделает? Привет, друзья, это вторая серия нашей прошлой оффроуд покатушки. Ссылочка на первую часть вот здесь. Кто еще не успел подписаться, пожалуйста, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, кстати, подпишитесь еще на мой телеграм. Там все самое интересное. Мех, ну молодца, красавчик. Показал, что могут не его. У тебя усиленные привода какие-то стоят, не? Палки только приводов, а сами эти шунцы стоковые. Стоковые? Или на завод, да. Гоняемся за ними, именно заводской машины тяжело купить. Сзади Волга Автопром. И что, как хорошие? Я на пробу взял. Люблю пробовать. Ну, самый дешевый, самый Г. Ну, работает. Подшипник широкий. Мне вот нравится подшипник широкий. А что даешь широкий подшипник? Ну, реже ломается, трясальник у него в воде, ну... Воду хорошо в нем держит долго, не короче. Набирает мощность. Да, то есть мне вот именно конструкция подшипника здесь хорошего чуть-чуть. Ну ладно, еще посмотрим, как еще покатаешься, отзывы от... Ты так уже сколько? Уже 8 месяцев на них. А, 8 катаешь. Месяцев уже, да? А на заводских на 2 недели хватало. Тем, давай, давай, навалим. Прям колесо поставить. Да, нам не изучать. Не, он решил, наверное, туда так же пойти. Роб, выруль, рули, Роб! Ой, да руль, колеса поставь просто. Я, говорит, не помню, как съезжал в этот овраг, но, говорит, вылетел очень хорошо. Профессионалист! Спустился, газу дал. Иди наверху. Давай!
Хорош! Спускаешься по колее, вниз спустился, уже не в колее как-то оказываешься. Волшебный план. Да, да. Захочешь, с колеи не выйдешь, а там сама вылази.
себе. Доехали до речки, где мы проезжали летом. Если вы помните, вон там мостик, рядом с ним, за тем бревном мы спускались. Ехали в обратном направлении. В этот раз мы едем в другую сторону, но мы на этот маршрут вышли с середины где-то. Ссылочка, кстати, на тот маршрут, где мы проходили летом, вот здесь будет. Посмотрите, как мы там летом проезжали. Смотрим дальше. Вот левее бери траекторию. Умничка. Ну ты сегодня довольный жены, вообще красава, да? Моя шкура. Наравне со всеми мужиками, даже можно сказать, и лучше, мне каких монеток прошла. У нас обвес весь дома лежит. Бушвакеры, бампера. Ломай давай, ломай. Ну что сделает, поправит. Ксюха, давай. На все бабки. Давай, не бойся. Сань, там твой кусочек остался. Да крыть. Двери, блядь. Опять я все равно. Да? Здесь же. Да вот корень вот этот. На поле налетаешь, тебя да, скидывают вот правой стороной. Да-да-да. На эту херню. Да и херня, Валя. Я расширитель все равно уже заказал новый. Здесь же вот Нива копала, он здесь не поедет. Лучше туда, лучше ступенька, чем колея от Нивы. Нива уже и здесь наружу. Ты уже здесь? Я уже давно здесь уже. Чайник поставил. Ты в припрыжку тут или как? Нет, натяг попробовал. Сначала не получилось, потом с разгоном. Распилил ты эту ступеньку, да? Ты сам единственный, кто, получается, зашел, да? Чего? А кто еще заехал? Больше никто. Больше не, никто. А, никто, нет? Санчес Лебедился тоже.
бил уже раза три, наверное. А это... Идем! Подожди, там так и должно быть. Нет, это так должно быть. Ладно, и так сойдет. Раптор, да? Раптор, да, держит. Раптор держит. Доставка блогеров работает на ура. Здесь сейчас сядут все. Не проще тут попробовать в разрез было пойти. Они уже здесь. Ты долго едешь, что ли? А мне пофиг. Но зато прошел самое досадное место. Не глянь, опять нивы накопали. Не воводы виноваты, разрыли здесь. Как это? Кайрексоны или как они? Кайроны? Что это такое? Сан-Йонги? Что это за машина? Проехать не могут за невоводу. Ошибка пилота. Штурманы здесь ни при чем.
Прекрасная трасса. А? Да, и не отпускать его, пока не вышел. Сегодня по катушке. Тип того, да. Вы бы застрял бы хоть сегодня. Местная грязюка. Берем так. Хоба, хоба. Омолодились. Давай я тебя помогу. Не пугай. И нормально. Какая будет пробивать? Прямо, а потом на левер. Никому не стрелять, не Ну вот у нас небольшой бродик с большими подъемами, ступеньками. Здесь, не знаю, мне кажется, реально только на лебедке подняться. Хотя вон там есть край, с краю еще один подъемчик. Там можно, в принципе, разрез попробовать подняться. Сейчас посмотрим, как ребята будут здесь забираться. Дем, отцепить надо лебедку, слышишь? Не надо проехать. Почему? Я вот так. Ну, так, да. Так, да. Сам иди отцепляй. Но он длинный, да, не хватает ему, чтобы зайти. Ну, не хватит, только высоты. Нет, нет, субачина сейчас крыло пойдет. Отцепи трос сразу. Давай прямо здесь. Кстати, что?
Дверь упирается. И дверь у тебя, Тём, дверь у тебя тоже упирается. А справа дверь. Дверь упирается. Левее руль, Тём. Руль влево. По левой кочке поднимайся. Газу! Алис! Нет, все. Здесь, говорю, меня, я зашел, меня вот так вот боком раскорячил и на бок нахуй. Лег на бок или? А? Почти. Вот лебедками вытащили его. Бесполезно бороться, да, здесь? Да, конечно. Не, я здесь залетел сюда, сам залетел, но я в клею попал, меня стащило. То есть я сам виноват был. Все нормально, повисли, я думаю, что мы застряли. Что не едет, да? Что не едет? Колесо висит. А мы висим. А тут он еще корень, видишь, как, смотри, прям под колесом. Да. Тут без варик вообще залезть. Задний привод. Задний левый, наверное. Блок. Это блока. Блока. Блока, да? Все, давай жги. Миш, ты лебедкой прям упираешься. Бери левее. С невоводами, да. Они отчаянные. Thank you.
препятствия. Так я его что-то не это не помню. Не заметил, не помню. Нет. Адреналин ударил. Адреналин был, да. Ну, вывез, собственно, ускорить. Это, кстати, начало маршрута, на котором изначально мы планировали ехать. Только ну, нет, это конец. Мы должны были здесь выезжать. А мы заехали здесь. А, ну лучше, конечно, наверное, было с этой стороны проезжать. Трактора не надо пускать, надо, чтобы они... Ну, лучше не надо. И так зацеп большой, и так проворачивать камеру. Не пускать надо в том случае, если трактористы об этом не знают. Фару разбил, он бампер оторвал немножко. Да, в принципе, по мелочи. Глубоко, если любитель экстрима, то смотрю, тебе преград вообще нет. Да, пофигу, да. Отвечаю, вообще нет преград, вообще. Это последняя лужа. Да. Собственно, больше у нас дальше лэп. Ну, если что, мы тебя... В одном месте лебедиться, выходить, промокать неохота. Ну, я тебя сам лично даже залебежу. Давай. Контент, там нужен контент. Давай, газу, да? А сувенир такой может быть потом. Вообще красавчик просто. Я обожаю этого парня.
было очень страшно. Прям? У меня такое ощущение было, что я уже все, я уже там. Такой еще... наклон сильный, особенно еще какое-то дерево. Не, в машине это кажется, как будто это... Наружу, наверное, не очень. А вот в самой машине это было очень страшно. Ну ты вообще красава. Сегодня показала классно мужикам. Старайся. А в дерево когда? Ну, на дерево прыгал. Ну ладно, там все прыгают. А у них что-то промазано. А вон взял руля. Блок не сработал, передний. Лево. Вот так вот и меня, да, Кимба, фонарем? Поехали! Подготовленных машин небоводы делают только лучше. А когда приезжают неподготовленные, там пальцем не буду показывать, через одну стоит. Для них все. Для них разбили колею, пенек, узко, там сучок торчит и так далее. Это просто чиназы. Чиназы вдоль бедра. Сейчас все равно... Ну, он сейчас спрыгнет все равно. Здесь газ в палас. Давай, Сань, продержи. Вот и все. Как ты, Марк? На ровном месте. Там же все проехали. Это Нивы накопали опять. Да. Мы сегодня весь день во всем будем обвинять Нивы. Особенно турбированные. На тракторах. Мих, ты что там? Омолодился. А, ты омолодился, как я, да, Мишань? Или ресничка в глаз попала? Ресничка. Гигиеничка. Неужто грязь? Если вы хотите быть в курсе событий, где была насмотрена покатушка и какое скоро выйдет видео, подписывайтесь на мой инстаграм. Там всегда выходят свежие фотки с покатушки и коротенькие видосики. Наклеечка Extreme Stars плюс 5 проходимости. Теперь вы будете ездить вообще везде проезжать. Спасибо. Миха, исправляем ситуацию. Ага. Такого у тебя еще не было. Спасибо. На машину клеить, да? Да, на машину. Плюс 5 проходимости. Ну и, конечно же, Петя. А, не всем неуводам, которые делают контент. Артему плюс 5. Та-дам! Плюс 5 проходимости. Спасибо. Друзья, прошли мы этот маршрут за цветовой день. Сколько? Ну, уже 4 часа и маршрут пройден. Я считаю, что маршрут удачно у нас прошел. Маршрут хороший, он и лайтовый, да? И были места, где можно было порубиться. В принципе, да. 35-е ехали не везде. Однако, да, вот 35-е экстримы, получается, у нас были, да, на маршруте. Да. И также были у нас МТшки 32-е, да? 33-е МТшки. И все, в принципе, прошли достойно. Хочу особенно выделить Оксану на джипе. Она, мне кажется, она ехала хорошо. Если вы со мной согласны, достойно, то поставьте, пожалуйста, лайк, если вы поддерживаете мое мнение. Сань, да. В целом, что еще можно сказать по этому? Да ничего, все молодцы. Как всегда, проехали отлично, полебедились, помесили грязюку немного.
сегодня все еще более-менее светло. Выезжаем на асфальт, сейчас мяска пожарим и домой. Да, шашлычки и домой. Суббота, ребят, удалась. Суббота удалась, да. Понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео. Ну, мы погнали жарить шашлык. Да. Всем пока.